Плохие дороги Тараза продолжают мучить горожан. На этот раз речь идет о трассе на пересечении улиц Баужан-Момышлы, проспекта Тавкихана и железнодорожном разъезде, прилегающей к торговому рынку Бек. Вот такое неказистое состояние дороги на проспекте Тяукехана, а кругом ямы да ухабы. В связи с этим на множественные повреждения своих авто. Сетуют водители, отмечая, что об этом уже много раз говорилось, но никто их не слышит. Строительство данного участка дороги началось еще 6 месяцев назад и прекратилось по непонятным причинам, что в настоящее время горожанам доставляет немало неудобств. Из-за ям на дорогах движение транспорта замедляется, тем самым способствует появлению пробок. В свою очередь, власти связывают приостановку строительства с погодными условиями. По их словам, во время снегопадов и дождей нет никакого смысла укладывать асфальт. Что касается улицы Жансаят, в то время мы отремонтировали улицу Момышлы, а когда производили ремонт дорожного покрытия на Жансая, нам пришлось остановить ремонтные работы из-за погодных условий. Сами знаете, в последнее время то снег, то дождь. Если что-нибудь начнем делать, то все, что сделано, пойдет на смарку. Если говорить словами специалистов, то это будет расход. Все жалобы, поступившие со стороны жителей, касаются этого дорожного полотна. Здесь есть две развязки, на одной из которых курсируют только автобусы, на другой – легковые автомобили. Но дорога, предназначенная для легковых автомобилей, нервирует водителей и вызывает различные трудности. Не надо верить в то, что пишет народ в социальной сети Instagram. Эта работа выполняется под нашим непосредственным контролем. Сейчас это можно сделать, но погода не та. Если в ближайшие 2-3 дня будет потепление, мы обязательно начнем укладывать асфальт. Очень много сказано, нет услышанного, жалуется простой народ. Но наши власти заверили, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Было бы хорошо, если бы эти слова были реализованы на деле. Дана Саматрасалы, Кенжалиев.